Курбан, здравствуйте. В целом по игре сегодня достойно сыграли, оказали действительно такое сопротивление действующему чемпиону. Скажите, что не получилось в целом по игре, на ваш взгляд? Да не получилось реализовать свои моменты, вот и все. Мы должны были мяча 4 забивать и выигрывать спокойно эту игру. А вместо этого получили обратное ничью. А ждали, что будете вести матч? Показал вначале, как будто отдали инициативу соперника. Ну, такая установка была, поиграть вторым номером, чтобы мы играли. Поэтому так и начали, а потом уже начали играть свою игру. А в целом, если бы вам перед матчем сказали, что матч завершится с таким результатом и так будет игра складываться, вы довольны, как в итоге завершился матч, ничья именно, или нет? Нет, конечно, мы на победу играли и должны были побеждать, я еще раз говорю. Но у нас был настройка на победу. Немного команд в этом сезоне, ну и вообще могут так достойно играть против Кастильи. За счет чего у вас это получилось? Вы одна из тех команд, которые могут так играть с Кастильей. Ну, это Прилука еще вроде сыграл с ним ничью и все. Но я бы не сказал, что что-то особенное есть. Вот Шмонина у них не было, правда. А так я бы не сказал, что какая-то сверх такая сильная команда, обычная команда, просто реализует свои моменты. Играет организационно и все. Ничего особенного. Можете отметить как кого-то конкретно из своих партнеров или, возможно, свою игру, что сегодня позволило так продемонстрировать свои лучшие качества? У нас все играли хорошо первую игру, особенно. Ну и вратарь. Ну, последний вопрос, так как это все-таки финальная игра перед большой паузой, можете какую-то оценку в целом сезону дать? Завершили все-таки на третьем месте, на четвертом. Прошу прощения, завершили сезон на четвертом месте, можете общую оценку дать? Ну, если общую оценку давать, мы потеряли очки там, где должны были обязательно побеждать, и если бы мы побеждали, мы были бы в тройке и с большим отрывом от четвертого места. Вместо этого мы сейчас на четвертом месте отстаем на очка 2 или 3, я уже не помню. Может даже 4. Так что не очень оценим. Ну давайте конкретно к вам, Курбан. Впереди зимний кубок. Есть какая-то информация, за кого вы будете играть? Может быть, поделитесь с нами? Я за инженера. Меня попросил, я буду за них играть. Там и наша сборная университета заявляется, они просили за них поиграть, но я... Паша сказал, что будет за них. Инженер, действующий чемпион зимнего кубка. И большая честь, наверное, играть за чемпионов. Что, как, поэтому желаем вам удачи, чтобы медали снова висели на вашей шее. Всего хорошего. Спасибо.